Мир вам, дорогая церковь. Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником христианства, сошествия Духа Святого на землю. Пусть Господь благословит сегодня Духом Святым, прикоснется к каждой душе, кто сегодня пришел, чтобы поклониться нашему великому Богу за дар спасения, за дар Святого Духа. Помолимся, чтобы Господь сегодня благословил нас своим присутствием. Господь, перед величием Твоим мы сегодня склоняемся и благодарим Тебя, великого Творца неба и земли, что Ты создал церковь здесь на земле. Кровь Твоя святая, наш Господь Иисус, лилась не напрасно, и Твое воскресение, оно принесло победу многим людям, которые приняли Твое пришествие на землю, приняли Твою жертву, уверовали в то заместительное дело, которое Ты совершил на кресте. Благодарим за то, что Ты послал Духа Святого. Благодарим за то, что некогда каждого из нас Ты обличил во грехе, Ты призвал нас к Себе для того, чтобы мы могли поклониться Отцу и Сыну и Святому Духу, и в дальнейшем Ты созидаешь. Созидаешь Вселенскую Церковь, созидаешь и нашу поместную Церковь. И мы просим милости Твоей, чтобы Ты благословил нас и сейчас. Теми дарами Духа Святого, которыми Ты наделил братьев, сестер, чтобы этими дарами мы могли прославить имя Твое Святое, могли возвеличить Тебя, Духа Истины, Духа Утешителя, потому что работа Твоя неизмеримо велика. Слава Тебе, Господь, за это, и действуй Духом Святым в сердце каждого присутствующего здесь. Аминь. Мы поем все вместе дружно песнь. Братья, все ликуйте, славный день настал. Мы с Тобой.
великий и чудесный. Иисус Христос оставил нам залог, и в церкви ныне радостной песней прославлен будет всемогущий Бог. Пятидесятница и Троица Святая дана, чтоб церковь помнила о том, что день Господень скоро наступает, обещанный земле самим Христом. И Царство Божие приблизилось так близко, что с покаянием нельзя уже тянуть. Опасно жить без веры нашим близким, скорее им укажите в небо путь. Пока здесь на земле день благодати, преступно о спасении молчать. Всем расскажите о Голгофе, сестры, братья, пора завет Иисуса выполнять. Великое святое порученье доверил церкви Иисус Христос. Несите весть благую во спасение, чтоб избежать кому-то горьких слез. Доверимся, и Дух Святой научит, как этот мир к Иисусу привести. Путь наш тернист, но он ведь самый лучший. Христос ведь хочет каждого спасти. Сегодня же для радости есть время. Давайте радоваться в Господе Христе. Сегодня Церкви Божьей день рождения. Отпразднуем день этот в чистоте. Пусть Господу звучит сегодня слава за мудрый план, устроенный для нас. И пусть растет и ширится держава, где Церковь ждет наш всемогущий Спас. Смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Thank you.
молодая семья принесла ребенка на молитву. Мы приглашаем вас. Мы поздравляем вас с первенцем, которого вы назвали Марком, и желаем вместе с вами сегодня молиться. В моих руках сегодня есть вот такая открытка. Помните, да? Узнаете? Узнаете, да? Это пригласительное на бракосочетание с Любовью Вячеслав и Виктория 19 июля 2014 года. Вы такие счастливые, молодые, такими вы и остались, и сегодня счастливые. Поэтому вы сегодня пришли, принесли своего первенца Марка на молитву. И мы очень рады, что Бог благословил вас, потому что дети – это награда от Господа, это благословение, это радость. И сегодня вместе с вами мы разделяем эту радость. Вместе радуемся, что Бог дал вам дитя, и слава Господу за это. Я хочу прочитать место, Священное Писание, это 30-й Псалом, 20-й стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил для уповающих на тебя пред сынами человеческими». Ваш малыш совсем маленький, и Господь уже предначертал ему, сколько лет прожить на земле. В 138-м псалме мы читаем, что «в твоей книге записаны все дни жизни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Но Бог для него уже приготовил. Приготовил, написано, и хранит. Хранит много благ. Мы понимаем, что Бог наш есть Бог добрый. У него много благ, которые он приготовил для всякой души. И ваш малыш будет постепенно развиваться, постепенно расти, и Бог не даст сразу все блага. Он будет давать постепенно, и в дальнейшем те многочисленные блага, которые у Бога приготовлены, он желает ему отдать. Отдать по протяжению его жизни, и этих благ достаточно будет на всю его жизнь. Но самое важное, здесь написано, хранишь для боящихся тебя, и которое приготовил для уповающих на тебя. Ваша задача как родителей, чтобы вы научили его уповать на Господа. Сегодня он может надеяться только на руки отца, на руки матери. Может просто даже необдуманно прыгать вниз или делать еще что-либо, думая, что его, естественно, родители поддержат и спасут его от какого-то падения. Но в дальнейшем, когда он будет достаточно уже взрослым, вы должны его научить уповать. С самого детства, чтобы он не только на ваши руки родительские надеялся, на вашу помощь, но прежде всего надеялся на Господа. Чтобы вы могли привить ему любовь к Отцу Небесному. Любовь и привить ему страх божественный. Страх, когда он будет бояться Господа и не совершать того, что не угодно Господу, любить вас и также иметь благоговение перед Господом. Поэтому учите. Вам много нужно иметь от Господа мудрости, потому что вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Если бы это был на ваших руках уже 10-й ребенок, у вас был бы уже опыт. Сегодня уже еще этого опыта у вас нет. Поэтому вам нужно много черпать мудрости в Слове Божьем, читать книгу притчи, в которой есть такая христианская педагогика, и испытывать благословение, когда вы будете молиться и поститься за своего сына Марка. Удивительное имя вы дали ему. Наверное, обдуманно мы читаем евангелист Марк. В его жизни было много благословений. Но в его жизни мы читаем, что был один момент, когда он отстал от апостола Павла и почему-то побоялся. Была такая у него слабость. Но в дальнейшем, после определенного времени, апостол Павел снова берет его в путешествие, снова доверяет ему. Человек, он слабый. И поэтому мы понимаем, что родители должны прививать ему и от Господа мудрости, от Господа мужества, потому что Господь прошел путь, и Он показал, как нужно идти мужественно, не боясь, не страшась трудностей. Поэтому, чтобы и это доброе имя, которое вы дали ему, чтобы он действительно оправдал. Оправдал, чтобы он был библейским мальчиком, христианином, который мог бы действительно носить имя евангелиста Марка, которое знают все христиане.
Поэтому, чтобы вашего Марка знали христиане с доброй стороны, с положительной, чтобы Господь также мог с небес похвалиться: это мой сын, это мой служитель, поэтому молитесь, черпайте силы у Господа. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы Бог и вас благословил, и благословил вашего сына Марка, и наделил его всеми благами, которые он приготовил для боящихся его, и которые приготовил для уповающих на него. Поэтому благословение вам вместе с вашим сыном, и будем молиться об особом благословении на вашего сына, чтобы Бог благословил, хранил от всяких несчастий, от зла, дал правильное развитие, чтобы Бог хранил от всякого оккультного, чтобы Бог сохранил его в этом сложном, греховном мире, сохранил его для Царствия Божия. Дорогая Церковь, приглашаю вас также к молитве. Аминь. Дорогой мой Господь, я так благодарю то, что Ты даровал мне сыночка, Господь, то, что Ты даровал мне семью, Господь. Я благодарю за то, что Ты так много даруешь мне, Господь. Даруй мне научиться ценить это, Господь. Я прошу Тебя, благослови моего сыночка, Господь. Даруй мне, чтобы он был здоровеньким, Господь, сильненьким, Господь. Я прошу Тебя, даруй, чтобы он в свое время нашел Тебя, Господь. Чтобы он знал Тебя, Господь, никогда не отходил от Тебя, Господь. Я прошу Тебя, даруй нам научиться мудрости, Господь, чтобы мы правильно воспитали своего сыночка, Господь, чтобы мы любили его, Господь. Я беру Тебя за все, Отец, Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, я благодарен Тебе за этот день жизни, который Ты даровал и продлил. Я благодарю, что в этот прекрасный праздник, Господь, могу быть здесь, в доме Твоем, с детьми Твоими, Господь, славить Тебя, пребывать в Твоем святом присутствии. Благодарю, Господь, что Ты даровал мне когда и мне спасение, что Ты изменил мою жизнь, Господь, что Ты прибыл в моей жизни, что Ты оправдал меня, Господь, что Ты даровал эту семью, которая есть у меня. Благодарю, Господь, за жену, которую Ты даровал мне. Благослови и укрепи ее, Господь. Благодарю Тебе, что Ты даровал и моей семье этот прекрасный дар деторождения, Господь, что Ты даровал сына, что Ты даровал нам эту радость, которую мы имеем, Господи, в этом временном мире. Но Ты заботишься, Господь, и даруешь все необходимое. И прошу, Господь, Твоего отцовского благословения. Благослови его, Господь, чтобы он с малых своих лет искал лица Твоего, искал путей Твоих, поддерживался, Господь, Слово Твоего, чтобы он уповал только на милость Твою, Господь, и во всем был верен Тебе. Помоги, Господи, сохрани его в этом мире зла, в этом мире, Господи, ненависти и всего, что окружает, Господи, неправильного. Даруй ему, Господи, чтобы он был уверен, Господи, в Слове Твоем. Научи нас быть ответственными за него, Господь, ибо Ты даровал нам эту радость. Помоги, чтобы наша жизнь была примерной, чтобы он видел в нас, что мы дети Твои, и научи нас любить так, чтобы он это видел, Господь, и черпал эту любовь у Тебя, у Твоего источника. Ибо Ты, Господь, даруешь жизнь, Ты даруешь все и с избытком. Благослови нас, Господь, научи нас быть светлым примером. И за все Тебе благодарим и славим во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш великий и благословенный Господь, благодарим Тебя за то, что в сегодняшний день рождения Церкви можем также с молодой семьей радоваться, что Ты дал, Господь, им рождение первенца. Благодарим Тебя за Славика, за Вику, за то, что Ты дал им супружество, и они свой жизненный христианский путь семейный доверили в Твои божественные руки. Ты благословил их первенцем, маленьким Марком. И поэтому мы благодарны Тебе за то, что он родился здоровым. Ты дал Вике выносить, благополучно родить его. И просим Тебя, благослови этого малыша, эту новую душу, которую Ты сотворил в этом теле. Мы просим Тебя, чтобы Твоя Божья милость и благодать, она была на нем. Дай ему правильное развитие, интеллектуальное, физическое, дай здоровье. Пошли ангела-хранителя оберегать на всех путях, чтобы никакое зло не прикоснулось к его телу, к его сердцу, чтобы никакие оккультные силы не причинили ему боль, печали или какой-то зависимости, но чтобы Твоя Божья рука и Твоя ограда, она была вокруг него. Благослови его, чтобы он, возрастая, полюбил Тебя, имел страх и упование на Тебя, всемогущего Господа. Возрастая, он стал хорошим христианином, чтобы действительно носил имя Марка, которое так очень известно среди христианского мира и небесного мира. Мы просим Тебя, благослови родителей, чтобы им Ты дал мудрости правильно воспитывать своего сына, вести его к небесам, привить ему, Господь, все необходимое христианское, благослови и храни эту семью в своей руке в этом грешном мире, чтобы они славили имя Твое святое, чтобы они были светлым примером среди этого окружающего мира. В Твои святые руки доверяем во имя Иисуса Христа. Аминь.
мы для нашей молодой семьи споем песнь. Мой дом, и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному. Садитесь, пожалуйста, будем слушать проповедь. Садитесь, пожалуйста, будем слушать проповедь. Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с величайшим праздником, днем рождения Церкви Христа, сошествием Духа Святого на апостолов. В нашей христианской жизни мы празднуем два дня рождения. Это наш Господь Иисус Христос, Спаситель, Сын Божий, и Его невесты, Церкви. И для нашего размышления я прочитаю два места Священного Писания. Первое место – Евангелие Иоанна, 20 глава, с 19 по 22 стих. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Второе место, Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стих. «При наступлении же дня Пятидесятицы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевах». В прочитанных евангельских отрывках мы находим с вами два разных собрания учеников Христа. В первом случае они пребывали в волнении и страхе. Это был вечер того дня, когда Иисус воскрес. И некоторые уже видели Его воскресшим, однако остальные все еще недоумевали. Во втором случае мы находим учеников, пребывающим единодушно вместе. И это единодушие уже было совсем другое, чем в первом случае. Уже произошло вознесение Спасителя, и ученики пребывали не в страхе, а в ожидании того, что обещал им Иисус. Что объединяет оба эти случая, так это присутствие Духа Святого. Сразу же после воскресения Иисус дунул на учеников и сказал: «Примите Духа Святого». В день же Пятидесятницы у апостолов Христовых было особое переживание – шум с неба, огненные языки, исполнение Духом Святым. Однако же ученики уже получили Духа Святого от Христа ранее,
Так что же это за новое духовное переживание произошло в их жизни? Вкратце можно пояснить эти оба случая следующим образом. Когда Иисус дунул на учеников, они были запечатлены Духом Святым, получили залог, начаток Духа Святого. Они были удостоверены, что они спасенные дети Божьи. И мы читаем второе послание Коринфянам, 1 глава, 21 и 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». В день же Пятидесятницы ученики были исполнены Духом Святым, то есть наполнены им сполна. Дух Святой заполнил все их естество, и они стали способны творить такие дела, которые приводили в изумление и другие нехорошие как бы понимания или соображения в их жизни. Например, когда Петр и Иоанн у ворот храма исцелили хромого от рождения человека, то многие из них исполнились ужаса и изумления от случившегося с ними. Деяния апостолов, 3 глава, 10 стих. Позднее, увидев, что даже тень проходящего Петра исцеляет от болезней и бесноватых исцеляет, священники и саддукеи исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в темницу. Деяния апостолов, 5 глава, 17-18 стих. Когда Павел проповедовал в Ефесе и призвал отказаться от поклонения идолам, то ремесленники, которые изготавливали серебряные храмы Артемиды, исполнились ярости и стали кричать «Велика Артемида Эфесская». Деяния апостолов, 19 глава, 28 стих. Какое разительное отличие состояния этих людей от тех, которые были исполнены Духом Святым. Что же дает человеку, кроме чудотворения, исполнения Духом Святым? Во-первых, перед своим вознесением Иисус сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. То есть, прежде всего, результатом исполнения Духом Святым является принятие силы для свидетельства о Христе. Многие христиане довольно оригинально понимают силу Духа Святого и пытаются устраивать различные шоу, когда люди под влиянием Духа падают и совершают иные непонятные телодвижения. Однако наш Бог – это Бог порядка и устройства. Он не будет присутствовать там, где происходит нечто неудобовразумительное. Даже и разные языки, на которых говорили апостолы в день Пятидесятницы, выполняли служебную роль и говорили о великих делах Божьих. Деяния апостолов, 2 глава, 11 стих. Во-вторых, исполнением Духом Святым преображает человека, делает его характер похожим на Иисуса Христа. Это видно на примере Стефана, о котором сказано, что он был мужем, исполненным веры и Духа Святого. Деяния апостолов, 6 глава, 5 стих. Когда его побивали камнями, он молился о своих мучителях так же, как это делал Иисус. Деяния апостолов, 7 глава, 60 стих. Другой пример – Варнава, который охарактеризован как муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Деяния апостолов, 11 глава, 24 стих. Вообще-то его имя было Иосия, но апостолы прозвали ее Варнавой, что означает «сын утешения». Деяния 4, 36. Варнава был человек отзывчивый и чуткий к чужому горю, дружелюбный и сострадательный, получающий удовольствие от помощи другим, умеющий утешать. Бывают люди добрыми, просто от природы, но такая доброта обычно неустойчивая. Добрый до поры до времени, говорят о таких. А Варнава был добрый постоянно, и эта доброта у него была развита благодаря действию Духа Святого. В-третьих, исполнение Духом Святым делает совершенно разных людей по происхождению, социальному статусу и другим различиям близкими. И мы читаем Деяния апостолов, 4 глава, 31-32 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». В-четвертых, исполнением Духом Святым
дает возможность оставаться верным Богу в любых испытаниях. До исполнения Духом Святым апостол Петр, несмотря на присущую ему самоуверенность, отрекся от Христа перед служанкой. А после, когда он принял Духа Святого, он смело свидетельствовал перед Синедрионом. Павел и Сила, находясь в темнице, не были подавлены, а воспевали Господа. Деяния апостолов, 16, 25 стих. Таким образом, Дух Святой совершает удивительный труд в человеке, преображая его и делая способным к служению Богу. Того, кто исполнен Духом Святым, отличают следующие плоды. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Эти плоды являются индикаторами присутствия Духа Святого в человеке во всей его полноте. Очень важно, впрочем, быть внимательными, потому что мы можем столкнуться и с подделками под эти плоды. Например, Достоевский, будучи эпилептиком, однажды сказал: «Вы, все здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье. То счастье, которое имеем мы, эпилептики, за секунду перед припадком». Магомед уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все несерьезные люди убеждены, что такой человек лгун и обманщик. Но нет, он не лжец. Он действительно был в раю в припадке своей падучей болезни, эпилепсии, которой страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него. Как мы видим, не всякая радость и блаженное состояние исходит от Духа Святого и его полноты. Некоторые люди в своем духовном поиске могут оказаться в какой-нибудь секте, служители которой, используя различные психотехники, могут вводить людей в транс, люди могут испытывать особые переживания, но все это не имеет никакой связи и никакого общего действия с Духом Святого. Поэтому, дорогие, берегитесь подделок. Как исполниться Духом Святым? Первое. Подготовить место для Духа Святого. Вот небольшой случай из армейской жизни. У полевой кухни в степи гуськом в очереди выстроились утомленные, проголодавшиеся солдаты. И каждый ожидал, чтобы повар скорее влил в ее котелок черпак наскоро сваренного супа. Но в один котелок повар суп наливать не стал. Отодвинув ее в сторону, стал наливать следующее. Хозяин котелка стал возмущаться, кричать, но когда повар показал ему котелок, то солдат сам схватил ее, побежал, помыл, и когда снова подставил, то повар беспрекословно, даже с улыбкой, наполнил котелок с прибавкой. Значит, причина была не в том, что повар хотел поиздеваться над солдатом, а в том, что его котелок был грязным от полевой пыли. Но как только он привел котелок в должное состояние, то тут же получил свою порцию, да еще и с добавкой. Итак, дорогие друзья, если наше сердце загрязнено раздражением, яростью, гневом, криком, злоречием, ложью, гнилыми словами, и если в сердце даже дается место дьяволу, то может ли такое сердце изливаться Дух Святой? Если повар в грязный котелок не влил даже супа, то как же Бог может изливать загрязненные сердца Святого Духа Божия? Посему сказано, что мы должны, послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Второе. Жаждать исполнения Духом Святым. Ученики в день Пятидесятницы были в единодушном месте. Они пребывали в молитве и искренне желали присутствия Духа Святого в своей жизни. И в результате произошло то, о чем возвещал Иисус. Евангелие Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него. В этот великий праздник собравшиеся в Иерусалим евреи
вспоминали о 40-х годах блужданий их предков в пустыне. Многие из них пришли издалека, преодолев большие расстояния. Настал последний день праздника, и многие из них, возможно, уже думали о том, что им предстоит преодолеть обратный путь под знойным солнцем. И вот когда по обычаю тех лет, в этот последний день праздника, по ступеням храма стали проливать воду, память о том, как Бог чудесным образом давал воду изнемогшим от жары людям в пустыне, Иисус стоял на верхних ступенях храма и произнес эти слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И последнее. Постоянно наполняться Духом Святым. Однократного запечатления нам недостаточно. Мы снова и снова должны пополнять свой духовный сосуд маслом, как образно назвал Духа Святого Иисус в притче о 10 девах. Евангелие Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. 5 мудрых постоянно заботились о том, чтобы их светильник был наполнен маслом, а 5 неразумных не родили об этом, за что, к сожалению, и поплатились. Почему же нам недостаточно однократного наполнения Духом Святым? Вот как образно объясняет это известный христианский служитель и писатель Иван Вениаминович Каргель. «Не похожи ли мы на наполненный сосуд, который, будучи выставлен на солнце, скоро испаряет свое содержимое, если не наполняется постоянным притоком извне? Так и мы в суете и заботах житейских не можем пребывать в стабильно наполненном заботах житейских Святым Духом. В таком состоянии, чтобы постоянно быть заполнен Святым Духом. Посему и нуждаемся в постоянной подпитке». Итак, дорогие друзья, подводя итог, следует сказать, что каждый, кто покаялся в своих грехах, исповедал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, принял крещение, тот запечатлен Духом Святым. Однако на этом нельзя ставить точку. Следует постоянно и усиленно приобретать и преисполняться Духом Святым в нашей жизни, чтобы мы всегда были готовы к встрече с нашим Господом. И пусть нас благословит этим Господь. А Ему пусть будет вечная слава Богу нашему, Пресвятой Троице, Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и упадут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Господь, 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 Господ
святой, с этим именем связано многое. Это Он нас однажды в грехи обличил. Это Он христианской тернистой дорогою в этом мире строптивом ходить научил. Это Он указал нам на крест искупления. Это Он нас повел по священным местам. Это Он научил нас молитвы прошения возносить от земли к голубым небесам. Это Он наделил нас великою силою возвещать о спасении, творить чудеса. Это Он научил нас пред мрачной могилою посмотреть без смущения смерти в глаза. Это Он за тебя возносил воздыхание, как-то был ты не в силах о помощи звать. Это Он нас в сомнениях, духовных исканиях научил голос Божий всегда различать. Под Его попечением горя не ведаем, и спокойно, уверенно к цели идем, и в любых обстоятельствах песни победные мы в мажоре восторженном Богу поем. Дух Святой, с этим именем жизнь наша связана, каждый в вечность от нас ускользающий миг, и о всех Его действиях, если рассказывать, то и мир не вместил бы написанных книг. Аминь. Веруем в единого Бога, Творца всемогущего, великого, вечного и вездесущего, и во Духа Святого влияния сильного. Говорится так мало,
Вместе с тем ты так много совершаешь труда. Если б ты не сошел, что бы с грешными стало? Кто бы нас подкреплял, когда грянет беда? Кто бы нас утешал среди скорби жестокой? Кто бы нас выводил, когда мы в тупике? Кто бы нас ободрял, когда мы одиноки? Кто б надежду вселял нас, когда мы в тоске? Кто к Христу направлял бы нас снова и снова? Кто бы нас укреплял, когда силы в нас нет? Кто бы Слово Святое, Небесное Слово, оживлял в нашей памяти в нужный момент? Кто бы нас обличал, коль наш путь искривился? Кто помог бы за Господом смело идти? Кто б так сделал, чтоб к истине дух наш стремился? Кто помог бы до цели святой нам дойти? Дух Святой, о тебе говорится так мало. Вместе с тем ты так много совершаешь труда. Если б ты не сошел, мы Христа б не познали. Но теперь, слава Богу, ты с нами всегда. Аминь. Дорогие друзья, мы сейчас вместе общим пением исполним песнь. Мы, сидя на наших местах, будем петь под оркестр. Между куплетами будет проигрыш, и будьте внимательны, сразу не вступайте. Что за день тогда ужасный встанет, когда архангела труба над изумленным миром грянет и воскресит владыку и раба? О, как они, смутясь, покинут долу цари могучей земли, когда к всемышнему престолу они предстанут в прахе и в пыли. Дела и мысли строго разбирая, воссядет вечный судья. Прочтется книга роковая, где вписаны все тайны бытия.
Все, что таилось от людского зрения, наружу выплывет со дна, и не останется без мщения забытая обида ни одна. И доброго, и вредного посева плоды пожнутся все тогда. То будет день тоски и гнева, то будет день уныния и стыда. Аминь. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Земля пирует, жизнью наслаждаясь, но вдруг тревога. Люди, люди где? Исчезли богомолы, ушли куда-то, в степи или в горы, или уплыли по воде? Христа пошли встречать эти безумцы, они о нем твердили день и ночь. Поднять всю технику на воздухе или море сомнений нет. Найдем мы их и вскоре посмотрим, как им сможет Бог помочь. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Но вот другие слышны голоса. Меня послушайте, с сестрой мы рядом спали. Проснулась в полночь в комнате одна, включила свет и вскрикнула: «О, Боже!» Крючок как был, одежда здесь, похоже, с Господом она. Я с ней вместе
Господу служила, но как Рахиль, я тайно под челом носила гнев и горькую ненависть, вселялась также в душу зависть, сестра ж платила мне добром. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Вот я скажу, женой мы в поле были, и просмотреть ее побег я там никак не мог. Вы посмотрите, вот ее одежда, нашел на поле, скажете, невежда. Теперь я понял, Боже мой, о Боже, цену ее молитвам и слезам, цену ее скорбям, души терзаниям, цену моих бесчисленных желаний, о люди, горе, горе нам. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Стенают люди, мраком удрученные. Покройте горы, стыд наш и позор, и эту башню, гордость Вавилона, провозгласившего всю истину засор. Затмило солнце, будто власеницей, луна повисла красная, как кровь. Взыграли водами повсюду ураганы, земля колеблется знаменьем Богом данным. Суд Божий близок. Ясно всем без слов, и стон уныния сердце наполняет. Закрылась дверь спасению души. А может быть, пойдем, поищем к морю? Блесни хоть искоркой надежда тому горю, что нас постигло. Боже, дай ответ! Безмолвно небо, гнев приготовляя, тысячелетия милости даря, любила всех, прощала, умоляла, в отчизну вечной славы призывала, в отчизну вечную и Бога, и царя. Мой брат, сестра, готовы ли вы сегодня встречать Христа с хвалою на устах? Схожи пороков тягостное бремя и осветись, пока еще есть время, пока еще есть милость у Христа. Итак, бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Thank you.
знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Произведение, которое пропел хор вместе с оркестром, называется «Последний зов».
Это актуально, дорогие друзья, для каждого из нас. Особенно для тех, которые еще не обратились к Господу. Поэтому сегодня Господь вас призвал сюда. Он дал вам здоровье, дал возможности. Не случилось какого-то препятствия. И вы сегодня здесь, в Доме Божьем. Поэтому не медлите. Не медлите, чтобы сегодняшний вечер для вас был вечером спасения. Вечером Божьей благодати. Принимайте Божью благодать. Принимайте, не отвергайте ее, чтобы в дальнейшем не услышать роковые слова. Сегодня, когда мы празднуем этот замечательный день, мы сегодня рассуждаем о Духе Святом, о Его уникальных действиях. Мы сегодня говорим о Его грандиозном, уникальном служении, и, рассуждая об этом, я просто восхищаюсь. Восхищаясь личностью Бога, восхищаясь Его действиями, хор молодежный поет: «Нет подобных Тебе, нет подобных Тебе». В книге Исаии, 40 глава, 25 стих, сам Господь говорит, что «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните?» – говорит святый. Действительно, нет никого подобного, нет никого в этом мире, той личности, которая бы совершала именно такую работу, которую совершает Дух Святой. Говоря о Духе Святом, мы можем сказать однозначно, что Он был, Он есть и будет. Он вечен. Он вечен, и Он был Творцом всего существующего. В начале Библии, в первой главе, вторым стихом, мы читаем о том, что «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Сразу читаем о Боге Отце, сразу читаем о Духе Святом, о том, что Он носился над водою, Он совершал этот божественный план творения всего, что существует на земле, что существует во всей вселенной. Говоря о присутствии Духа Святого на земле, мы можем посмотреть линию времени и историю земли. Начиная от самой вечности творения и до прихода Иисуса Христа, мы читаем книгу послания или книгу евреям, читаем 1 глава, 1 стих, что «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле в пророках, в последние дни сии говорил в Сыне Своем». То есть было время, когда Господь Духом Святым наполнял пророков, и они говорили. Они говорили, они были исполнены Духом Святым, они пророчествовали, и это было их исполнение Духом Святым. В дальнейшем, когда пришел Христос и совершил искупление рода человеческого, вознесся на небо, и тогда Он умолил Отца и послал Духа Святого на землю для того, чтобы Дух Святой совершал уникальную работу. И вот сейчас, от дней восхищения Иисуса Христа и до настоящего времени, это время Духа Святого. Когда Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на сначала 120 учеников, и в дальнейшем Он наполнял сердца верующих, и сегодня мы, как спасенные люди, мы сегодня имеем Духа Святого в сердце своем и говорим о том, что Дух Святой сейчас работает в сердцах и неверующих, и верующих. Особая работа, индивидуальная работа Духа Святого в сердце каждого верующего человека. Это созидание церкви, это утешение, это вразумление, это откровение Слова Писания для того, чтобы верующие люди могли проповедовать, могли жить по Писанию. И рассуждая о Духе Святом, о Его работе, мы не можем все перечислить, потому что это такая работа величайшая. Она такая индивидуальная. Она настолько особенная, что просто невозможно перечислить все это в одной проповеди или, может быть, за всю нашу жизнь. Сегодня, когда мы находимся здесь, мы все разные. Мы все разные. Говорит один, поют, может быть, хор, играют многие. Но Дух Святой индивидуально подходит каждой душе человеческой и совершает свою индивидуальную работу. Зная нашу индивидуальность, зная, в каком мы состоянии эмоциональном, в каком мы духовном состоянии, какие у нас радости, какие переживания, что у нас дома, что мы мыслим дальше, в каком состоянии мы сейчас находимся,
Поэтому, говоря о Духе Святом, мы просто можем восхищаться и благодарить Его за все, что Он делает в жизни каждого человека, без исключения. Я хочу прочесть место Священного Писания. Это книга Евангелия от Иоанна, 14 глава, 16 стих. 14-16. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». 26 стих. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Вы заметили одно повторяющееся слово. Дух Утешитель, Дух Святой. На греческом звучит как параклит. То есть это слово обозначает принимающий участие. Принимающий участие защитник, учитель, адвокат и путеводитель. Говоря о том, когда Христос был на земле, то Он в некоторой степени, находясь в человеческой плоти, был ограничен. Он не мог в одно и то же время принимать участие в жизни любого человека, который находился на земле. Даже в одном городе он не мог проявить участие к тому, другому, ко всем людям, допустим, в Иерусалиме. Он был ограничен плотью. Он не мог в одно и то же время находиться в Иерусалиме и в Капернауме, или где-то в Галилее и в Иудее. Много тысяч приходило к Иисусу Христу, и Он много трудился, исцелял людей, совершал изгнание бесов, но остальные люди, может быть, находились дальше, они слышали, где находится Христос, и шли к Нему. Поэтому Христос говорит, что лучше для вас, чтобы я пошел. И когда я уйду, то я умолю Отца, и придет Дух Истины, Дух Утешитель, и Он будет работать с вами, со всеми людьми, без исключения. Потому что дух плоти и костей не имеет. Он в одно и то же время может находиться везде. Везде, по всему лицу земли и обхватывать 7 миллиардов людей. Сразу. Нам непостижимо это, друзья. Это не просто человеческое влияние, это влияние и работа Духа, Духа Божьего, самого Бога, который может это делать, и мы это верим, мы это испытываем в своей жизни, совершая работу, Дух Святой приносит определенные результаты жизни любого человека, лишь только человеку нужно открывать возможность для Духа Святого и слышать его призыв. Утешитель. Утешитель, он нужен всякому верующему человеку, без исключения. Потому что мы живем в мире скорбей, в мире печали, в мире многого неустройства, в мире греха, разочарования, всевозможных бед. И поэтому верующий человек нуждается в этом особом действии Духа Святого. Кроме того, что он научает, обличает, кроме того, что он еще много делает, необходимо нам, как верующим людям, утешение. Апостол Павел, когда испытывал трудности в своей жизни, когда он был побит камнями и вытащен за город, а потом в дальнейшем он восстановился, и, проходя снова Листру и Дервию, он написано «Деяния апостолов», 14 глава, 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевал пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Многими скорбями. Тот, который прошел за Господом как минимум уже 2 года, как минимум, а может быть даже и того меньше, вы испытали в своей жизни уже многие скорби. А кто прошел и больше, вы испытали многое. Потому что Бог не обещал христианам такой прекрасной асфальтированной дороги, не обещал проложить этот путь без всяких трудностей и переживаний, но апостол Павел, будучи водим Духом Святым, он говорит, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. И вот на этом пути, дороге скорбей и переживаний, нам так нужен Дух Святой. Говоря о том, что, живя на земле и соединив нас, Господь, в церковь, мы имеем также и человеческое утешение. И это правильно. Это правильно, когда мы утешаем друг друга по горизонтали. Когда человек, испытав какие-то свои трудности, он понимает другого, и он утешает.
и, может быть, одним из первых был Варнава, сын утешения. Мы из Священного Писания читаем, когда умер Лазарь, и когда евангелист Иоанн в 11 главе 19 стихом пишет, что многие иудеи пришли в Вифанию для того, чтобы утешить Марфу и Марию в печали, в скорби о смерти Лазаря. Они пришли, потому что нужно поддержать. Близкий их брат, человек, он умер, поэтому они нуждались в этом. Апостол Павел имел утешение от церкви, и в послании филиппийцам он пишет и благодарит тех людей, которые утешали его, и говорит: «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Вы хорошо поступили. И это действительно человеческий фактор, и он очень важен для каждого из нас. Апостол Павел пишет даже Коринфянской церкви, что они утешали. Вторая глава, 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, то есть Господь Бог, чтоб и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как когда умножается в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Мы видим, что Бог утешает. Утешает скорбящего человека, и в дальнейшем, как цепная реакция по горизонтали, мы можем утешать других, потому что другие оказались в том же положении, в котором и мы были. И это правильно. Бог желает этого, и мы должны это делать. «Блаженны вы, сердца неравнодушные к чужим слезам, слова участия нежные и нужные для ран бальзам. Блаженны вы, что в сердце помещаете печаль других, и о себе нередко забываете, скорбя о них. Слова любви так нежно прикасаются к больным сердцам. Участием вашим сердце ободряется. Спасибо вам». Мы знаем, что один из величайших скорбящих людей – это был Иов. И к нему пришли друзья. Пришли для того, чтобы утешить его в скорби. Они не пережили таких трудностей, но они правильно сделали, что пришли. Но вместе с тем Иов говорит, что жалкие вы утешители. Жалкие действительно, потому что наши способности человеческие, они настолько малы. Но мы понимаем, что вот Бог, утешитель, Дух Святой, Он имеет возможности колоссальные для того, чтобы утешить нас и ободрить. И Христос, когда пришел в Вифанию, Он ободрил Марфу и Марию. Он воскресил. Воскресил Лазаря, и это было реальное утешение. Утешение то, в котором они нуждались. Вот тогда они радовались, радовались этому утешению, видя живого своего брата. А другие ожесточились и решили убить и Лазаря, убить и Христа. Когда мы говорим о Духе Святом, что Он является Дух-Утешитель, мы можем сказать, что это божественное, глубинное утешение души каждого человека. Что Господь на глубинном уровне утешает и участвует в наших скорбях и переживаниях. И первое, что мы можем сказать, что Дух Святой не так, как человек. Не так, как человек утешает, и его утешение, оно настолько глубоко проникает в наше сердце, что приносит вот тот божественный бальзам. Когда мы читаем послание Коринфянам, 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих, «Ибо кто знает, что в сердце человека, кроме духа человеческого?» Другой человек, насколько бы рядом он не был, насколько он не был бы проникнут желанием утешить человека, все равно он не знает всех тонкостей, всех переживаний, всего того травматизма сердца человека, которое знает только Дух Божий. И предыдущим стихом мы читаем, что Дух Божий проницает и глубины Божьи. Если же Дух Божий проницает глубины Божьи, тем более Он проницает наше сердце. Он знает все наше сердце. Когда мы читаем книгу притчей, там написано, что помыслы в сердце человека глубокие воды.
и человек разумный вычерпывает их. Если уж разумный человек вычерпывает помыслы из сердца своего, то тем более великий Бог. Великий Дух Святой, который знает, что внутри человека, он проницает, он видит все особенности нашей души для того, чтобы принести вот этот божественный бальзам. Одна христианка всегда думала, как же Бог может утешить, когда близкий и родной человек умирает. И вот когда она переносила в скорби своей, когда она хоронила свою маму, тогда она действительно поняла, как Дух Святой утешает. Когда совершались эти похороны, то на ее сердце был мир и покой. Она даже удивлялась. Она думала, такого не может быть. Как мы можем, дорогие друзья, утешить мать, которая стоит перед гробом своего младенца, хороня его? Кто может принести ей божественный бальзам? Кто может понять боль ее сердца настолько, чтобы вот к тем сердечным ранам, кровоточащим, приложить тот бальзам, который бы дал ей исцеление в настоящее время, дал ей такое утешение, от которого бы не разорвалось сердце в печали, от которого бы не случился инсульт или еще какой-то серьезный травматизм ее души и тела, ее организма. Но вот здесь нам нужен Дух Утешитель, и Он приходит. Приходит вовремя, он никогда не опаздывает. Он придет именно в тот час, в тот момент, в ту самую критическую минуту, когда он придет и утешит нас, не так, как человек. Придет действительно, как великий Бог, зная наши тонкости, и принесет то, что нам необходимо в настоящее время. Второй момент. Дух Святой, который есть тот, который принимает участие, Он будет с нами всегда, даже тогда, когда рядом с нами нет никого. 2 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня». «Дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Апостол Павел пишет о том, что у него было судебное производство. Он предстоял перед судом кесаря и был судим. И все оставили его. Не нашлось ни одного человека храброго, мужественного, молитвенного, который бы стоял рядом с ним или за спиной его, или где-то рядом находился, и апостол Павел знал, что за него молятся, но все оставили его. И он говорит, да не вменится им. Даже тогда, дорогой брат или сестра, когда тебя все оставили, когда тебя предали, когда ударили тебе в спину, помни, Христос пережил такое. И то, что Дух Святой не оставит. Он никогда тебя не бросит. Он никогда тебя не ударит в спину. Он будет с тобой всегда, потому что понимает тебя. Христос прошел этой дорогой. Прошел, когда написано «поражу пастыря, и овцы рассеются». Прошел той дорогой, когда отрекались от Него, когда Его злословили, когда говорили, что в Нем бес, Он все равно имел это утешение от Духа Святого. Имел, поэтому и мы не должны отчаиваться, когда происходит такое, когда сердце болит, когда нет рядом с тобой никого. Многие христиане, и первые христиане, и христиане в нашей стране, они пережили такие гонения, когда они стояли в каком-то колодце или еще в каких-то застенках одни. Одни и никого не было. Никого не было рядом, но Дух Святой их согревал и физически, Он согревал их духовно, Он напоминал им слова утешения, Он был рядом с ними. Дух Утешитель. Дух Утешитель, который является и адвокатом, и путеводителем, и даже тогда, когда тебя обидели и незаслуженно обидели, Дух Святой дает тебе силы для того, чтобы простить этих обидчиков. И ведь не напрасно Христос на кресте молился и говорил, «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Вот тогда нам нужен Дух Святой, и Он всегда с нами. Он всегда поддержит и утешит, даже тогда, когда никого нет,
Когда нет человеческой помощи, Дух Святой, Он всегда с нами. Я думаю, что без исключения все знают картину Ивана Айвазовского «Девятый вал». Это был русский живописец, который родился 17 июля 1817 года в Феодосии, поэтому его многие картины о море, и они бесподобны. В 1844 году он пережил шторм, и серьезный. Многие газеты европейские и петербургские писали, что корабль погиб, и погиб молодой живописец, но он остался жив. Через некоторое время он пишет эту картину «Девятый вал». Он пережил, и он вкладывает в эту картину самого себя. В каких из персонажей, которые находятся в этом бушующем море, в этой смертельной опасности, мы не знаем, и он не говорил об этом. Но на обломках мачты находятся несколько людей. И они в разном состоянии, разная их позиция, разные их действия. Один человек машет красным платком, надеясь о том, что какой-то корабль, может быть, где-то увидит их и окажет им помощь. Другой человек из последних сил спасает уже утопающего своего товарища и желает удержаться на этих обломках мачты. Два человека рядом уже в такой безысходности находятся и не знают, что с ними уже будет. И лишь только один человек. Он поднимает руку к небу, поднимает взор к небу и умоляет всемогущего Бога, чтобы он услышал. В каком из этих персонажей, какой категории этих людей Иван Айвазовский относится, мы не знаем. Но знаем о том, что лишь только один человек, он понимал это утешение от Духа Святого, и он взывает к небу в этом бушующем море, в этой смертельной опасности для того, чтобы Бог помог. Так же может быть и в нашей жизни, когда нет никого рядом абсолютно, когда шторм идет девятым валом, когда, может быть, все кругом расслабленные и не могут иметь никакой помощи и просто ищут, может быть, помощи от людей, Дух Святой утешает нас. Он говорит, Он научает нас, Дух истины наставит вас на всякую истину, чтобы мы поднимали руки к небу и взывали к Нему для того, чтобы пришла помощь. Может быть, действительно, Айвазовский был действительно тем человеком, который поднимал руку к небу и взывал, потому и остался жив. Дух Святой рядом, когда нет ни одного человека. И третье. Дух Святой говорит, что не всегда так будет. Не всегда будет девятый вал, не всегда будет штормить, но не всегда львиные челюсти будут угрожать нам, так как писал апостол Павел, но закончится это время. 2 Тимофея, 4 глава, 18 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков». Он избавит меня от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. То есть Дух Святой нам говорит, не всегда так будет. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. То есть Дух Святой нам рисует картину о том, что будет Царство Небесное, о том, что Он является путеводителем и ведет нас по этой жизни трудной тропе, тяжелому пути христианскому, чтобы через многие скорби провести нас и ввести нас в прекрасную вечность. Поэтому, когда мы читаем апостола Павла, он пишет второе послание Коринфянам, что общение Святого Духа со всеми вами – это его молитва. Это он просит, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа была с нами, чтобы любовь отцовская, она объемала нас, для того, чтобы общение Духа Святого индивидуальное с нашими сердцами было всегда. Всегда было это общение. Поэтому желание Бога, чтобы мы никогда не оставляли Его, чтобы мы помнили, что Иисус Христос сказал слова обетования, слова пророческие, что придет Дух Утешитель.
Он наставит вас, утешит. Он будет путеводителем. Он, во-первых, будет работать с вами на глубинном уровне. Во-вторых, Он будет с нами всегда, когда не будет с нами даже ни одного человека, где бы мы находились, или где-то в пустыне, или в море, или даже в многолюдстве, когда с нами не будет ни одного человека, который бы понимал нас, Дух Святой будет с нами. И третье, Дух Святой дает нам прекрасную надежду на небесный Иерусалим, чтобы, пройдя этот жизненный путь, мы могли войти в вечность, в небесный Иерусалим, чтобы там радоваться вечно, что эти скорби пройдены, что мы достигли прекрасной вечности. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, мы должны благодарить Бога, мы должны восхищаться работой Духа Святого. Пожалуйста, возьмите Библию, возьмите и изучайте работу Духа Святого в сердце каждого человека. Буквально в эту пятницу с братьями и сестрами, которые готовятся к крещению, мы проходили эту тему. Мы писали очень-очень много мест Священного Писания работы Духа Святого, что Он делает, как Он производит работу на этой земле в сердце каждого человека, и это просто восхитительно. Это просто немыслимо, сколько много работы Духа Святого в сердце нашем. Может быть, мы этого не замечаем, но хотелось бы, чтобы мы замечали и были благодарны нашему великому Богу. То, что Дух Святой был послан, то, что Он работает с нашими сердцами, то, что мы сегодня здесь и имеем живую надежду на встречу с великим Богом в прекрасной вечности. Дорогой друг, Дух Святой работает и с тобой. Написано, когда придет Он, Дух истины, то обличит мир о грехе, о правде и о суде. Сегодня нежно и индивидуально Он обличает тебя, не так, как человек. Это не на человеческом горизонтальном уровне, это обличение сверху, это обличение Богу. И Он не обличит тебя в том, что ты не делал. Он попадет точно в десятку, где нужно затронуть струны твоей души. Но Он и не только обличает. Он говорит о правде, что Христос умер за грехи твои. Он говорит о правде, и Он говорит о суде, о том, что будет суд, великий суд Белого престола. И Дух Святой говорит, чтобы ты туда не попал, сегодня есть время. Время благодати, время принятия Духа Святого, поэтому сегодня это работа Духа Святого и с твоим сердцем. Не заглушай работу Духа Святого, ведь Он Дух любви, Дух благодати. Принимай эту работу как Божью, нежную, для спасения, для благодати твоего сердца, для того, чтобы ты стал лучше, и для того, чтобы ты был спасенный, и в дальнейшем тоже со всеми святыми вознесся на небо, когда будет восхищение. Поэтому не откладывай своего покаяния на завтрашний день. Сегодня день спасения, сегодня время благодати. Сегодня, братья и сестры, приглашаю сейчас к молитве. Молитве благодарности, молитве восхищения нашим великим Богом о работе Духа Святого, о Его работе в сердце нашем. Аминь. Смотри на глаза.
Господь ласково говорит тебе, дорогой друг. Он никогда не врывается в сердце твое. Если сегодня ты слышишь, ты готов сегодня к очень важному решению, осознанному решению посвятить свою жизнь Господу, пожалуйста, проходи вместе с церковью молиться. И народ Божий поддержит тебя. Отец мой небесный, через Сына твоего Господа нашего Иисуса Христа, обращаюсь к тебе в такой день. Ты услышал мои молитвы, молитвы грешницы, падшей женщины. Прости меня, Господи. Я долго знаю тебя, но не могла прийти к этому. Господи, я огорчала своих близких. Прости меня, я так больно делала тебе. Господь, я прошу тебя. И умоляю, прости мне груз моих грехов, сними его с меня, пошли мне Духа Утешителя. Помоги мне, Господи, во имя Отца и Святого Духа. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня Вита открывает свое сердце перед Тобою. Благодарю Тебя за то, что молитвы матери Валентины Георгиевны сегодня, они пришли, Господь, в действие. И сегодня дочь обращается к Тебе. Она устала от этой жизни. Она сегодня просит, чтобы груз грехов снят был с нее, чтобы Твое Божье утешение пришло в ее сердце, чтобы Дух Святой совершил эти перемены в ее сердце, чтобы вместо тревог, вместо грехов, вместо всяких других приоритетов пришли Божьи ценности, пришли те добрые Божьи перемены и Твой Божий мир. Твое царство внутри ее, чтобы наступило, чтобы отныне навсегда она принадлежала тебе, чтобы вместе с братом своим Геннадием она шла в тебе, шла в прекрасную вечность, где увидела бы тебя и дорогую маму, которая за нее так долго молилась. Будь милостив, благослови ее, укрепи, дай силы против всякого греха и искушений побеждать, быть победоносной сестрой в Господе. Благослови ее, Господь, и дай рождение свыше, чтобы отныне навсегда она принадлежала Тебе, чтобы Ты мог царствовать в ее душе, она могла радоваться и торжествовать этой победе в Иисусе Христе. Аминь. Так, что мы споем нашей сестре? Еще Бог слышит молитвы ваших родителей. Они ушли, может быть, в вечность. Но сегодня они действуют. Бог действует Духом Святым, зная вас и зная о том, что вы нуждаетесь сегодня во спасении. Может быть, сегодня ваши родители живы, и слава Богу. Но сегодня они постоянно и днем, и ночью взывают к Богу для того, чтобы ваши души были спасены. И чем раньше, тем лучше для вас. И это утешение и для вас, и для родителей будет. Поэтому Бог призывает вас также и сегодня. Пожалуйста, дорогая душа. Наши служения на этой неделе пройдут следующим образом. Завтра понедельник, и служение утром будет в 9 часов, и вечернее в 16:00, то есть 4 часа. Мы немножко его передвигаем ближе к обеду. Потому что в 19:00 у драмтеатра будет наша уличная евангелизация. Пожалуйста, это будут не только наши хористы, музыканты, но и каждый, кто может, способен и желает этого делать, чтобы мы могли благовествовать людям. Молиться там рядом, просьба к братьям гедеоновцам для того, чтобы вы могли осуществить раздачу Евангелий. Кто-то из душепопечителей могли осуществлять и всевозможные беседы, которые так необходимы. Во вторник продолжение нашего праздничного служения в 6 часов вечера. В субботу молодежное служение в 5 часов. Во вторник наши занятия с крещаемыми. В
пятницу. В пятницу у нас занятие с крещаемыми в 6 часов вечера. В следующее воскресенье хлебопреломление. Выпускная группа воскресной школы. После собрания соберитесь в хоровом зале. Учителя Дичко Алена и Шевлякова Люба. Выпускная группа, пожалуйста, после собрания в хоровом зале. Молитвенная просьба. Прошу церковь помолиться за семью Зеленских, чтобы Господь укрепил их, поддержал их, в скорби утешил, дал сил перенести это горе, сестра в Господе. Пожалуйста, у кого есть приветствие к церкви, передайте. С Днепропетровской области, с Беларуси, пожалуйста, не шумите. Церковь благодать, Марьюга, принимаем. Сестер из Кальчика. Одинцова Московской области, принимаем. И еще из села Казацкого, из церкви, принимаем. Принимаю. Церковь Гефсимана, Донецк. Пожалуйста, еще. Мы принимаем эти приветствия и желаем передавать от нас приветствия. Пусть Господь благословит. Сейчас будет наша молитва над детьми. Молитва благословения, то, что Бог хранил их на протяжении этого учебного года. Будем просить благословения на это лето. Мы не знаем, каково оно будет. Где-то надо детям отдохнуть. Но самое главное, чтобы они продолжали свой духовный рост. Поэтому, пожалуйста, наш основной хор, проходите в зал. А дети, дети без исключения. Дети, подростки, взрослые, уже молодежь. Все, кто учится, пожалуйста, проходите. Когда мы проводим занятия для крещаемых, там есть достаточно взрослые уже студенты. И перед началом наших занятий я говорю, у кого есть какие-то трудности, переживания, о чем бы нам помолиться? И они говорят, мне нужно дипломироваться, мне нужно сдавать сессию, и прошу вас помолитесь. Ну и это хорошо, правильно, да? Поэтому сегодня среди наших детей и маленьких, и больших, это и молодежь, которая учится в высших учебных заведениях, и дети, которые только, может быть, пошли, а еще не пошли в воскресную школу, сегодня вы здесь. Дети, я хочу вам прежде всего сказать, что мы должны быть благодарны Богу за то, что пройден учебный год. Слава Богу! Бог хранил вас от переживаний, хранил вас от травм, когда вы приходили в общеобразовательную школу, и слава Богу за то, что не раненые, что вы сегодня целенькие. То, что вам преподавали в воскресной школе, учебной, всевозможные духовные истины, и за это слава Богу. Слава Богу, что вы постигали. Начинается лето. Мне бы хотелось, чтобы вы не оставляли духовный рост. Воскресная школа закончилась, да, Леша? Но Слово Божье, оно должно всегда жить в нашей жизни. И поэтому мне бы хотелось оставить вам такое пожелание на лето. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Ибо все, что тайное, Бог приведет на суд. Хорошо ли оно или худо? То есть учите Слово Божье каждую неделю. Поставьте себе в цель. А каждую неделю выучить по одному стиху. По одному стиху золотому, чтобы вы могли дальше изучать Священное Писание. Пожелание, чтобы вы не грешили. Не грешили тайно. Может быть, родители не будут знать. Где вы там что-то натворили? Где-то среди своих школьных этих друзей на улице или еще что-то тайно согрешили. Но помните, Бог видит вас. Он хранит вас и оберегает, поэтому не грешите. Потому что Бог знает все, и Он в дальнейшем будет и спрашивать. Делайте добрые дела и соседям, и друзьям по улице. Делайте, помогайте родителям, чтобы им было легче. Потому что школу уже не надо ходить. Можно посвятить тому, чтобы помочь родителям, поэтому пусть ваша помощь для них будет реальной. И чтобы родители могли сказать, слава Богу, у меня хорошие дети, послушные, мне так хорошо, что они рядом со мной и помогают. Ну а сейчас мы будем молиться, да, дети? Давайте, мы поднимемся, я прошу церковь тоже. Во-первых, благодарите Бога и молитесь за детей.
Господь наш, великий Бог, Творец неба и земли, мы радуемся, мы славим Тебя за то, что есть у нас дети. Дети в разном возрасте, от самого маленького до уже взрослых детей, благодарим Тебя за то, что пройден. Год учебы в средней школе учебной, год учебы также в воскресной школе, где постигались истины божественные, где научались дети этому учению Библии и желания, Господь наше, как родителей, как служителей, чтобы дети не только могли запомнить, но и воплотить в дальнейшем в жизнь. Слава Тебе за то, что Ты хранил их от всего оккультного, хранил от травм, хранил от всяких злых влияний, от всего грешного, Господь, а то, что было грешно, прости им, Боже, и чтобы они сами просили у Тебя этого. Просим Тебя, чтобы Ты благословил их на летние каникулы, чтобы они не забывали читать Слово Божье, чтобы они учили заповеди Твои, учили стихи из Писания, и чтобы они укреплялись в этом, чтобы не грешили. Храни их от всякого травматизма. Даруй, Господь, отдых им где-то вместе с родителями, чтобы они были послушны своим родителям, послушны также и Тебе, великому Господу, чтобы они могли приносить добрые плоды для родителей и для мира окружающего здесь. Храни их от всего оккультного. В Твои божественные руки мы их доверяем, чтобы Ты вел их по жизни, и в дальнейшем вновь они пришли в воскресную школу. Будь милостив, благослови и родителей. Помоги, чтобы вместе они могли совершать этот жизненный путь и достигать вечности. Молим Тебя, чтобы они не согрешали. Молим Тебя за семью также Зелинских, когда в их жизни большие проблемы и переживания. Поддержи их и храни в руке своей. Молим Тебя это ради Иисуса Христа и для славы Твоей. И пусть Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа всегда пребудут с нами. Аминь. С миром Божиим.